В селе Акжаи Катеректинского района Западно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие зала судебного заседания, на которое были приглашены поэтесса Акушта Бактыгереева, председатель Теректинского районного суда Алтынбек Куспанов, руководство областного департамента судебной администрации и местного акимата. Наши корреспонденты побывали на мероприятии. Указом президента Республики Казахстан от 2 июня 2022 года упразднен районный суд номер 2 Теректинского района в поселке Акжаик Западно-Казахстанской области. В связи с этим областным департаментом судебной администрации было инициировано открытие зала судебного заседания в здании сельского акимата в селе Акжаик Теректинского района, цель которого – надлежащая, своевременная и эффективная защита интересов граждан. Для максимального открытого правосудия зал оснащен аудио- и видеофиксирующей системой. По всей республике идет на сегодня создание межрайонного судов. В связи с этим мы заранее, вот сейчас на сегодня, тот предложение, которое мною было предложено председателю Верховного суда и руководителю судебной администрации Республики Казахстан, они поддержали. То есть только создать условия. Самая главная задача в чем? Задача в том, чтобы создать условия, максимальные условия населению. Местных жителей новость об открытии судебного зала обрадовала. Несмотря на тихую и размеренную сельскую жизнь, бывают случаи правонарушений, например, как скотокрадство, хулиганство и другие. Для работы с населением за залом закреплен главный специалист, на которого возложена регистрация входящей и исходящей корреспонденции. Также специалист будет выполнять функцию секретаря судебного заседания. Сегодня в нашем селе хорошее событие. С участием сельчан открылся зал суда, чему мы очень рады. В том году закрылся суд номер 2, и это принесло немало трудностей. Теперь мы не будем тратить деньги на дорогу. Все можно решить здесь, и если будет необходимо, подайте свои заявления. За защитой своих прав в зал судебного заседания смогут обратиться жители 5 отдаленных сельских округов, таких как Акжаикский, Анкатинский, Ахсовымский, Шагатайский и Шалкарский. Альбина Каленова, Виктор Прутков, Аймурат Джагапар, ТДК 42.